Привет! Это канал I Like Pet. Я Таня. В 1994 году профессор психологии из Канады Стэнли Корен издал книгу «Интеллект собак», которая позднее стала бестселлером. В своем научном труде профессор подробно рассмотрел умственные способности лающих и составил рейтинг самых умных пород собак в мире. Какие породы лучших друзей человека стали умниками и умницами собачьего мира? Давайте разбираться! В основу рейтинга самых умных собак Стэнли Корен положил интеллект послушания, способность лающих к обучению командам. Таким образом, чем выше порода располагается в рейтинге Корена, тем лучше она обучаема. Давайте рассмотрим первую семерку рейтинга профессора и узнаем, какие породы он посчитал наиболее способными. Бордер Колли занимает первое место в рейтинге. Представители породы обожают учиться и служить людям. Они умны, проницательны и активны. Эти собаки не представляют свою жизнь без регулярных физических и умственных нагрузок. Пудель на второй строчке рейтинга. Представители породы – профессионалы во многих сферах. Они хорошие цирковые артисты, замечательные спасатели, отличные охотники. Помогает этим собакам быть такими разносторонними их замечательная способность к обучению. Немецкая овчарка – третье место. Эти собаки не зря активно используются в качестве охранников, спасателей и помощников в различных службах. Правда, для раскрытия лучших своих качеств представителям породы необходимы постоянные физические и умственные нагрузки. Золотистый ретривер на четвертой строчке рейтинга. Представители породы – отличные спасатели и охотники. Эти собаки отличаются не только высоким интеллектом, но и дружелюбным, добрым характером. Доберман занимает пятое место в рейтинге. Эти собаки обладают серьезной физической силой и отменным чутьем. Таланты представителей породы нередко используют для охраны или на службе в полиции. Милые шелти на шестом месте. Представители породы – одни из самых послушных собак в мире. Они любят учиться и отличаются сильной преданностью своему хозяину. Кроме этого, представители породы хорошо чувствуют настроение владельца и умеют подстраиваться под него. Добрые и общительные лабрадоры-ретриверы занимают седьмую строчку в рейтинге Стэнли Корена. Эти собаки легко поддаются дрессировке. Представители породы отлично ладят с детьми и взрослыми. Такова семерка из рейтинга самых умных пород Стэнли Корена. Именно эти собаки считаются самыми легко обучаемыми в мире. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!